То есть я иностранных игроков сейчас перечисляю. Своих-то мы, конечно, всех знаем. Звезд киберспорта. Ютору там, ну, естественно, это все я даже не перечисляю. Кстати, я Паша сейчас играет в какой-нибудь команде, ребят? Кто бы керил на Ви в 2015 году? Этот, как его, подожди, подожди, этот, еще стример такой есть, Лига Легенд стримит, блядь, как его, генерал, блядь, ну, еще, и чё, блядь, генерал. Вопросы, нахуй, вопросы, блядь. А кто там был саппортами у них, я уже вообще не помню. То есть я помню там Дэнди, генерал, блядь, кто еще там был? Сейчас, подожди, вспомню. Неплохие актеры были, да? Продлеваем их или Продлеваем. посложнее делаем? Нет. Жду ответ, брат. Продлеваем. Simple. Simple это, ребята, в CSGO. Он тройкой был, еблан. Ты был тройкой, еблан. Он был керри, нахуй. Осуждаю, блядь. Черт ебаный, блядь, обосранный. Осуждаю, не поддерживаю. Кусок гандона, блядь. Анскильный, блядь. Иди нахуй, варды тыкай, блядь, в жопу, блядь, долбоеб. Анскильный. Даже, блядь, с этим не справился. Кусок долбоеба. Надеюсь, тебя забанят, нахуй, в доте. Ублюдка. Говори за себя, свиная рулька. Ты сам нихуя не знаешь. Знаю. Клоун ебаный. Сам клоун. Я знаю. Ребят, какого героя взять? На ком разъебать? Ребят, какого героя взять? Будет полная поддержка зомбу. Зомбу очень сильный лайнер. Очень сильный. То есть я могу сейчас взять что-то такое прям пиздатое. И жестко кайфануть. Бля, я даже не знаю, что взять. Войда взять. Во, ебать, вот эта башка, вот смотри, вот эта башка, вот, видишь, как у Войда. Это, блядь, башка, нахуй, саппорта на 3К ММР, блядь, вот это серьезно говорю. Один в один, блядь, такая же. Так, будут спамить с пылами, будут, скорее всего, будут, поэтому есть смысл взять стики. Угу. Вот так. Бля, топор не взял, ёб твою мать. Не, ладно, потом привезу стики. Ребят, красивый сет на Войда. Хотите такой разыграю в своем телеграм-канале? Хотите, нет? Вот такой сет. 9 похвал за 15 каток, 14 на 6, доля побед. Но 14 на 6 это сильно. Это неплохой винрейт. Где аркан на Войда? Ребят, мне аркан не нравится. У меня есть, оно не нравится. Я вот к такому Войду привык, мне прикалывает. Пойдем ФБшечку, ребят, сделаем. Пойдем ФБ, в тройку все идем, в тройку. У Акса второй спел прокачан, замедление ебнутое. Сейчас будет изи кого-то ебнем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошлите. Пойдем. Undying медлит, блядь. Undying.
Face forward. A path foreseen. Стоим. Вот сюда только не поднимайтесь, там могут ждать. Стоим. Сейчас придет. Сейчас придет, смотри. Не выходи. Держать оборону, сейчас придет. Давай. Пассивку вкачал, пассивку. Выходи, блядь, выходи, долбоеба. Ну че ты, блядь? Как будто знают, ребят. Time catches on. I go. Как будто спалили как-то. It shall be. Yes. Inexorable. Что там мышкой? Road to oblivion. My path unspools. A path foreseen. The march of time. Давай, зомба нахуй. Выгоняй долбоебов с этой линии. Сейчас тапочек буду брать. Можно стики еще. Ладно, похуй, покупаю все, блядь. Тут вроде по фарму все заебись у нас. Можешь прям сразу райт-клик на базу, похилиться и прийти. Так, норм. Чё зомби не пошел, все-таки здесь решил отрегениться. Ок. Мама, я в эфире. Нормально стою, ребят. Минус стан тоже хорошо. Мана не бесконечная. Сейчас он запустит линию. Сука ебаная. Давай на базу, у тебя маны нет, давай на базу. Крипы по отвышке, а постой по фарме. А тебя не просто раздавят. У меня эскейп есть, бро, эскейп. А кто раздавит, я их выебу нахуй. Давай на базу.
Кого они раздавят, блядь? Они нихуя не сделают. Он даже отвод, блядь, чего не может сделать. Не надо, не надо, все есть. Вот, блядь, пришел нахуй. Кэрри четвертый, блядь, этот второго. Заебись, заебись. Че я на двойной XP постоял? Сука, мразота ебаная. Мерзость, блядь, ёбаная. Я хил вешай, на меня только хил вешай. Бля, как у него урона много. У него слишком много урона. Че, ребят, верхи леди мы въебали. Че въебали? Играл на саппорте. Сейчас играю на керри. Потому что попадаются такие, как ты. С тобой не выиграть. Боже, блядь, какой ты нахуй мусор ебаный. Я представляю тебя нахуй на керри. Ты же, блядь, на саппорте не справился. Хуй тебе керри нахуй. Одумайся, блядь. Иди лучше гайд, посмотри, какую варду ставить. Ну, короче, мне, короче, не тебя. Представляешь этого дурака, бля, который не может две кнопки закомбинить, нахуй? Сейчас он на керри пойдет играть. Вот просто, ну, ни за что, блядь. Ни за что в жизни, не дай бог, такой упадется, блядь. Просто пиздец. Не дай бог, блядь. Челика убили. Все твои. Молодец. Видишь, как забайтили красиво? А ты говоришь, что-то там на нас съест, блядь. Просто выебли. Просто выебли, нахуй, дурачков, блядь. О, наоборот, все на линии. Качайся, я лес пойду. Потому что я не могу со сларком стоять. Yes. На Эверке ты можешь подойти, пробовать Ларка убить. Я подойду. Так, седьмой левел, что мы берем? Момчик по старинке, мом, потом молнии. И ебем. Можно не спамить, пожалуйста, в чате? Мешает. Просьба. Yeah.
Говорю, что мешает, блядь. Сука. Сварк 7 саблю покупает. Не, ну вообще в эти мы их выбьем. В эти мы должны их выбить. На низ иду, ребят, скупу. Трое в миду, ребят, трое в миду. Сейчас, блин, как качаться буду, парни. Да, бро, качайся, все норм, качайся. Тебе нужен дагер, и потом только выходишь. Я это понимаю, как бы сейчас сидим. Ну чё, у тебя возвратка есть? Ой, это возвратка. Вангвард есть, блядь, просто стой, крипов, хуярь. Сын шлюхи ёбаный, блядь! Сейчас я приду, наказываем. Блядь, трое их, сука. Первый. Ну, первый мог. Куда мне сейчас идти? У меня тройку ебашат, блядь, акс в ебаной линии, блядь. Куда мне сейчас идти? Что мне сейчас делать, блядь? Сюда возвращаться, тут три героя меня опять уебут. Давай в сварка пробуем выйти, у меня есть купол. Давай пробуем. Есть на нее будет какой-то плюс? Опусти вепку, карлик ебучий. Скоро кроме твоего бобра на голове нихуя видно не будет. Блин, Киев летит. Атак. Inexorable. Я один не убью. Опять краб пришел. Time flows. The enemy attacks your bottom tower. Это было после хрона, горя поставить. Согласен, после. Чтоб продлевать, бро. Давай, иду, иду, иду. Ранг подошел бы, я еще сварка заагрил. Летит лич, лич. Как вам парень прилечил? И пытаться ловить. Девяносто секунд купола нет, ребят, надо отойти. Сейчас краб будет под нами, смотри, там еще сварка идет здесь. Отходим все под вышку, отходим, отходим. Здесь хуёвый файт, без купола, без всего, надо отойти. Yes. Я фармить, ушли, ушли, ребят. Ждем купол. Сейчас
Сейчас 70 секунд, появится купол, мы пизды им дадим. Пока что просто фармить скрипов. Я обратку фарю. Здесь будет файт говна, без купа я даже не пойду драться. Ждем купол, 40 секунд. Зачем ты смокаешь, блядь, ну чел, я ж просил, 30 секунд еще купол. Нахуй смокать, блядь, если подождать 30 секунд надо. Чел, тебя просят, блядь, пожалуйста, подожди купол, нахуй. Нахуй ты идешь туда, блядь? Просто я не понимаю этого. Иду, иду с куполом, иду наверх. Помогай, помогай, зомби. Ну, еби его, блядь. Ну, блядь. Мимо нахуй. Крипа, блядь, похилил, сука! Отскильная хуйня, блядь! Опять на саппорте. Опять на саппорте, ребят. Имейте в виду, блядь. Опять нахуй чел, блядь, не может кнопкой попасть. Понимаете? Просто ебануться, блядь. Там два героя, блядь, между ними была, блядь, просто, не знаю, сантиметров 5 было расстояние. Он все уебал, блядь, в крипа, нахуй, хил. Ладно, похуй. Зато крипа похилил. 100 секунд, ребят, нету купола, просто фармить. Потом говорит, Серега, блядь, ты предвзято относишься к саппортам. Это нормальные игроки, блядь. Сука, ненавижу нахуй. Просто ненавижу, блядь. Сука, ненавижу саппортов, блядь. Так, что он там пачку привел? Пачку заберем, блядь, пачку заберем. Yes. 58 секунд, что здесь лучше взять, ребят? Давайте подумаем. Ребят, подскажите предметы, какие купить здесь? Головач, не хочешь ТП вниз нажми ритм? Давай, иду. Скайди взять. Ну, Скайди на Войда выглядит неплохо, на самом деле. А, манту, 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 манту! Меня обрекли вечно сидеть нахуй на лоу-рейтах и терпеть лузы от пивных долбоёбов. Блять, чтобы вы понимали нахуй, на рейтингах до 12к, на 12к играют only пивные долбоёбы нахуй, которые, блять, каждый день, блять, покупают пиво, смотрят футбол, избивают свою жену нахуй, и мучают животных и так далее, блять. Просто на таком уровне мне попадаются челы нахуй, и у меня нету шансов нахуй выиграть против них. Просто нету никаких шансов. При моем полном адекватном рассуждении, при полной адекватной игре, нахуй, при полной ответственной игре, просто при фул позитивных, нахуй, качествах. Я ничего не могу сделать. У меня нету шансов на игру. У меня нету шансов на участие. У меня нету шансов выйти, блядь, из говна рейтинга, нахуй. У меня нету шансов ни на что.
Просто челы на 12к рейтингах играют, блядь, как пивные долбоебы, нахуй, пивной мусор, просто получают карты по наитии, нахуй. Против меня здесь то же самое, нахуй, происходит, кидают мне ботов, а мне параллельно не дают шансов участвовать просто в игре. Просто у меня нету шансов на участие. Смотрите, что мне приходится собирать. У меня обилка, нахуй, я не могу поймать ни одного 2-3, ни одного генератора. Ничего просто нету, ничего нахуй. Я с 11-го хода поймал генератор, который мне пришлось удалить, блять, и это был правильный плей, потому что мне пришлось это удалить. Просто заебись, нахуй, мне приходится играть. Просто заебись, мне приходится играть. Просто пивные, недостойные, нахуй, лишенные цели, нахуй, твари подкручивают, нахуй, гнилым, лишенных цели тварям. Лишенных какого-либо, блять, просто качества, нахуй. Достоинство. Замечательно. У меня нету никаких шансов ничего сделать. Ну что ж. Я никак не могу ответить нахуй на карты, нахуй, ничего не могу сделать, блять, у меня один единственный яд, которым я могу что-то сделать, блять, как-то разрулить. Статов у меня нету, а челов просто статы, нахуй, на которые я могу ответить только тех картами, нахуй. И без возможности выиграть файт. То есть максимум я могу рассчитывать на тай. Играя тех картами, блять, тех картами, Карл. Просто браво. Против пивных саморисованных долбоебов, нахуй, слышь, ботов. Нету шансов на участие в игре. Просто прекрасно. Просто нету шардгиверов. Я нажал. Просто играем без бабла, мне пришлось удалить существо с баблом, нахуй. В принципе, это был единственный расчет на победу, но мне пришлось удалить, потому что у меня нет никакой генерации, блять, у меня на столе просто нихуя нету. Конечно, я мог удалить 2-6, но у меня уже нету опции просто думать. У меня нету, блять, пространства для мышления в этой игре. Мне не дают думать. У меня полностью ограниченная игра, если бы я удалил 2-6, этого бы не хватило anyway. Что мне бабло, не бабло, нахуй, разницы никакой нету. Когда у чела все уже нарисовано, нахуй, просто под подушку безопасности, ну, максимально идеально, у ебаном, которые, нахуй, играют по фанчику. Правильно смотря футбол, нахуй, избивая свою жену, нахуй, и мучая животных. И отнимая мороженое у детей. Эй, поддерживай войну. Просто прекрасно. Это я описал игроков, которые в среднем имеют 12 ММР. Чел, которые 15 ММР, могут со мной попадаться, и то... 50-50. То есть, как я и говорил, мой рейтинг 17к, я не могу увидеть свой рейтинг, я сижу на 6500 и терплю против челов, которые нахуй просто пивные уебаны, нахуй новички и прочее дерьмо. Пока я показываю тот уровень, который могу, блять, относительно того, что мне дают. Просто вокруг тех роллов, которых я даю, я не могу показать никакой уровень. Потому что, блять, мои роллы 0. Просто 0. Я показываю максимум из 0.